Итак, мы дали определение понятию откровения, и далее мы переходим к следующему пункту – необходимость откровения. И в первую очередь, откровение необходимо из-за природы человека. И здесь приводятся такие доводы – человек, он не всезнающий, он ограничен. И даже если бы человек никогда не согрешил, он все равно нуждался бы в информации о Боге. И второй аргумент таков – на основании природы человека – человек согрешил. И ему не только нужно получить информацию о Боге и о самом себе, но также узнать о средстве, как решить проблему греха. Человек нуждается в откровении, в котором говорится о евангельском послании, о спасении. Но не только природа человека взывает о необходимости откровения, также и природа Бога вынуждает его открывать себя и давать необходимую нам информацию. И затем, как вы видите здесь на слайде, мы говорим прежде всего о различных атрибутах Бога. И на основании того, что Он наделен такими атрибутами, мы можем говорить о том, что это побуждает Его открывать нам то, что нам нужно знать. Здесь у нас все понятно. Что ж, следующий пункт в нашей презентации, прежде чем мы пойдем дальше в изучении доктрины Откровения, это определение ключевых терминов. И мы уделим особое внимание трем терминам. И речь пойдет о кратких определениях. Конечно, это будут не исчерпывающие определения, только для того, чтобы мы получили общее представление. Эти три термина следующие – откровение, богодухновенность и озарение. И как вы видите здесь на слайде, откровение – это прямое божественное воздействие, сообщающее истину от Бога человеку, в результате которого Бог открывает некую истину. И здесь, когда мы говорим с вами о доктрине откровения, особое внимание уделяется содержанию того, что сказал Бог, и самому тому факту, что Бог что-то изрек, что Он вообще проговорил. Теперь, то, что Бог изрек, как мы с вами увидим, может иметь разные формы, быть сказано по-разному. Но как бы то ни было, это все то, что Бог изрек. Понятие богодухновенности отличается от понятия откровения. И опять же, вот здесь очень краткое определение. Богодухновенность – это прямое божественное воздействие, в результате которого истина облекается в письменный вид, чтобы быть понятой другими людьми. Когда мы говорим о богодухновенности, мы подразумеваем лишь один вид откровения, лишь одну форму откровения – это Писание. И в этой конкретной доктрине основное внимание уделяется не содержанию, не сколько тому, что Бог сказал. Основное внимание уделяется тому методу, если хотите, при помощи которого Бог передал или преобразовал свои слова в письменную форму, чтобы человечество имело это и могло вникать и изучать в эти слова. Третья доктрина или термин, который мы попытаемся с вами определить, очень кратко, это доктрина озарения. Здесь мы с вами говорим о процессе, посредством которого Бог, действием Духа Святого, раскрывает человеку значение уже написанного ранее Писания. Другими словами, основная суть доктрины озарения в том, что при этом озарении
ничего не добавляется к Писанию, к содержанию Библии. Озарение всего лишь помогает нам понять то, что уже записано в Писании, и применить это в своей жизни. В своих конспектах вы можете увидеть, что упомянуты несколько стихов из Библии. И вот почему я привел эти стихи. На мой взгляд, эти стихи помогут нам увидеть различие, разницу между тремя этими доктринами — откровение, богодухновенность и озарение. Итак, 1 Петра, 1 глава, 10 стих. Здесь говорится о том, что пророки Ветхого Завета получали откровение о Спасителе, которому предстоит прийти, который спасет людей от грехов их. И в первом послании Петра, 1 главе, 10 стихе записано, что авторы писали об этом, но они не знали точно, как это все исполнится. Они лишь знали о намерении Божьем, что это произойдет, в какое время это произойдет. Итак, 1 Петра 1.10 представляет собой пример того, когда пророки Ветхого Завета имели откровение, но нуждались при этом в озарении. Что ж, это не значит, что у них не было никакого представления о том, о чем они писали и что это на самом деле значило. Но это означает, что они не знали всех деталей того, что должно произойти, и поэтому нуждались в озарении. Далее, Луки 24 глава, 27 стих. Здесь написано нечто иное. Если вы помните, то там описан эпизод, произошедший, когда двое учеников встретились с Христом на дороге в Эммаус, уже после воскресения. И вы помните о том, что они были очень расстроены в тот день, не могли вместить всего того, что произошло, и затем встретили Христа, стали рассказывать Ему все то, что произошло, и почему они были так расстроены. И вы помните, что записано в Писании? «И Христос, начав от Моисея и из всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании, объяснил те события, которые произошли на прошедшей неделе. И когда Господь напомнил им о тех событиях, о которых было записано в пророках, они неожиданно для себя осознали, что это был сам Христос, кто говорил с ними. И они поняли, что же на самом деле говорилось в тех текстах Ветхого Завета, которые предвозвещали пришествие Спасителя. Что ж, у нас нигде не говорится в 24 главе Евангелия от Луки, что в тот день у этих учеников и у Христа в руках было Писание. И нам не говорится о том, что Иисус попросил их открыть их Библии и обратиться к такому-то стиху. Нет, совсем не так. Итак, что же иллюстрирует для нас этот текст? Вот что. Здесь показан пример озарения, когда становится ясным Писание, хотя при этом, насколько мы знаем, в их руках не было копий записанного Писания, имеющегося на тот момент откровения. Очевидно, что они знали это Писание, но до этого они не могли полностью его понять. И Иисус помог им понять, о чем на самом деле были пророчества Ветхого Завета. И также помог им понять, что на прошедшей неделе эти пророчества были исполнены в Нем. Итак, это краткое определение вот этих трех основных доктрин. Помните эти определения по мере того, как мы будем разбирать дальше. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование.
поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да, пожалуйста. По поводу первого определения. Определение откровения. Здесь говорится, что это процесс раскрытия Богом некой истины. То есть основное внимание уделяется именно содержанию. Так? Что ж, как мы сказали, прежде всего это тот факт, что Бог проговорил. И как мы увидим, Он говорит по-разному. И порой это действительно больше похоже на процесс, особенно если мы говорим о написании книг Библии. И вы, конечно, правы, потому что суть вот в чем. Есть некое содержание, которое Бог открыл для этого мира. И мы увидим, что Бог это делает по-разному, в разных формах. И здесь опять ваш вопрос указывает на то, что очень сложно дать точное и исчерпывающее определение термину «откровение». Я лишь хочу подчеркнуть то, что основное ударение здесь делается на то, что есть факт, что Бог проговорил, и есть содержание, которое может быть понято. Если мы говорим о Богодухновенности, то основной акцент делается не сколько на содержании откровения, но больше делается ударение на самой передаче откровения в письменную форму, в письменный вид, чтобы все люди могли иметь доступ к этому откровению, а не только тот человек, кому конкретно обратился Бог в самом начале. Что ж, очень хороший вопрос. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.